Да. Да. Открывай глаза. Дима, готов? Да. Открывай глаза. Готов погрузиться в воду? Да. Хорошо, опиши мне огурец. Зеленый, с пупырышками, продолговатой формы, с хвостиком. Угу. Хорошо. Садись, расслабляйся, займи максимально удобное хорошо положение. Сижу. Я буду просить тебя закрывать глаза и открывать. Угу. И закрывая глаза, ты будешь погружаться в себя больше и больше. Сделай глубокий вдох. И на выдохе закрой глаза. Хорошо. И обрати свой внутренний взор на свои веки. Я хочу, чтобы ты позволил своим веком расслабиться максимально. Угу. Чтобы ты почувствовал, как каждая мышца вокруг твоих век расслабляется. Позволь своему телу расслабиться еще больше. Угу. И ты можешь попробовать открыть глаза, но они не откроются. Угу. Хорошо, закрывай глаза. Я хочу, чтобы ты максимально расслабил свои мышцы. И только максимально расслабив свои мышцы, ты можешь сделать попытку их открыть. Они не откроются, потому что они расслаблены максимально. И только ты управляешь этим процессом. И только ты можешь дать команду своему телу расслабиться или напрячься. Я хочу, чтобы ты попробовал открыть свои веки. Они у тебя не открылись. Но они же расслаблены. Хорошо. Я могу открыть их. Угу. Хорошо. И через несколько мгновений я буду просить тебя открыть глаза. И снова их закрыть. И ты почувствуешь после закрытия век, что ты расслабляешься еще больше и еще сильнее. Открой на мгновение глаза. И закрой. Хорошо. И просто наблюдай своим внутренним взором за тем, что происходит у тебя внутри. И ты можешь почувствовать, как начинают расслабляться твои ноги. Перевести внимание на них. И почувствовать, как они стоят на полу. И это чувство будет подниматься снизу вверх по твоему телу. Это может быть покалывание, а может быть магический плед, который начнет окутывать твои ноги. И ты почувствуешь расслабление с каждым моим словом больше и больше. Хорошо. Продолжая наблюдать, я хочу, чтобы ты
Начал рисовать цифры мелом на доске, на внутреннем экране. И начиная с цифры 100, ты можешь представить, как ты рисуешь цифру 100. И когда ты ее увидишь, ты ее стираешь. А твое тело продолжает расслабляться. И это приятное состояние окутывает тебя все больше и больше. После того, как ты сотрешь цифру 100, ты можешь нарисовать цифру 99 и ее стереть. И улыбка помогает тебе в этом. Помогает в воображении, в расслаблении, в достижении своей цели. Угу. Хорошо. И на цифре 95 ты можешь расслабиться еще больше. И не обязательно будет рисовать цифры дальше. Ты просто почувствуешь, словно волна окутала все твое тело. И ты расслабился максимально сильно. Хорошо. Через мгновение я буду просить тебя снова открыть глаза и закрыть их. И после того, как ты закроешь свои веки, ты расслабишься еще больше. И глотательные движения помогают тебе в этом. Прекрасное ощущение. Хорошо. Дима, ты можешь открыть на мгновение глаза и закрыть. И погрузиться дальше и глубже. В приятное состояние расслабления и покоя. Я прикоснусь к твоей правой руке. Твоя правая рука расслаблена. Прекрасно. И когда я ее опущу на твою ногу, твое тело расслабится в 2 раза больше, чем расслаблено сейчас. Прекрасно. Хорошо. Продолжай погружаться дальше и глубже. Угу. И ты можешь представить, как с каждым моим словом ты начинаешь спускаться по волшебной лестнице вниз. И с каждым шагом начнешь чувствовать расслабление и спокойствие во всем своем теле. Ты можешь начать замечать, что окружает тебя. И делая следующий шаг, чувствовать полное расслабление в теле. Прекрасное состояние. Отдыхаешь и набираешься сил. С каждым шагом все легче и легче. Тело становится словно невесомым. И ты буквально паришь вниз. С каждым шагом все легче и легче. Уже спускаться вниз, ты понимаешь, что ты скоро дойдешь до конца лестницы и окажешься в том месте силы, в котором тебе легко и комфортно. Ты можешь придумать это место или создать его в своей голове. А можешь выбрать место, в котором ты уже был, в котором тебе легко и комфортно. Угу. То место, в котором ты напитываешься энергией, куда тебе приятно возвращаться.
котором ты отдыхаешь и наслаждаешься тем, что происходит. Я хочу, чтобы ты смел сделал этот шаг и оказался в том месте, где тебе легко и комфортно. Место твоей силы. Хорошо. Я хочу, чтобы ты осмотрелся вокруг и услышал звуки, которые там происходят. Детально рассмотрел все, что есть в том месте. Запомнил ощущения внутри, которые у тебя происходят. Услышал запах. И вся эта информация отразится в твоем теле. Я не чувствую этого места. Угу. Ты видишь? Ты можешь вспомнить место из детства, на которое тебе нравилось приходить? Это может быть на даче. Или возле дома. Угу. Или какой-нибудь шалаш, который ты строил. Когда ты выберешь это место, я хочу, чтобы ты дал мне знать указательным пальцем правой руки. Хорошо. Я хочу, чтобы ты знал, что со временем это место может меняться. Ты можешь добавлять туда все, что тебе захочется. И убирать все, что тебе мешает или кажется ненужным. И находясь в этом месте, я хочу, чтобы ты осмотрелся вокруг. И запомнил все, что ты видишь. Увидел то, что доставляет тебе удовольствие. Услышал запахи и вкус. И почувствовал в своем теле, в каком-то его месте, отражение. Это может быть вибрация или покалывание. Угу. Я хочу, чтобы ты запомнил его. И ты сможешь возвращаться в это место и напитываться энергией, спокойствием, отбрасывать лишние мысли и строить новые планы. Хорошо. Если тебе это подходит, я хочу, чтобы ты мне дал знать правым пальцем, указательным пальцем на правой руке. Прекрасно. И ты можешь находиться там по первому твоему желанию. Тебе достаточно будет вспомнить
обстановку, которая тебя окружает в данный момент. В твоем месте силы. Услышать звуки происходящие. Почувствовать отражение в теле. И каждый раз, когда ты будешь приходить в это место, ты будешь погружаться дальше и глубже. Ты будешь расслабляться больше и больше. Ты будешь получать больше энергии, больше новых идей. И все это будет происходить легче и легче. Прекрасное состояние. Ты отдыхаешь, наполняешься энергией. Ты в безопасности. Прекрасное чувство. И каждый раз, возвращаясь в это место, ты будешь все легче и легче чувствовать все, что происходит с тобой внутри. И забирать это в сегодняшний день. Собирать это в свою реальность, переносить это в свой жизненный опыт. Хорошо. Запомни все, что происходило с тобой в этом месте. В скором времени я начну считать от 1 до 3. И когда ты услышишь цифру 3, ты откроешь глаза и окажешься в этом дне, здесь и сейчас. Хорошо. Я говорю 1, и в твое тело начинает поступать энергия. Хорошо. И я говорю 2. Голова становится светлая и ясна. И улыбка помогает тебе чувствовать себя еще лучше и лучше. Хорошо. Я говорю 3. Открой глаза. Потянись. Можешь встать, размяться. Вставай, вставай. Встань, разомнись. Пройдись пару шагов. Скажись. Ты себя чувствуешь? Нормально. Что было внутри? Ну, я был в этом месте, где чувствовал себя комфортно, приятно. Да. Ты помнишь, что там было? Да, это место на даче. И там приятное место, я обычно там созерцаю, ну, как бы, ну, с природы нахожусь и наблюдаю за ней, то есть, ну, отдыхаю духовно. Сейчас не было такого ощущения, что ты засыпал и переставал слышать все, что происходит? Все равно какая-то концентрация была, внимание. На чем? На голосе. А ты хотел, чтобы было как? Не, я пытался расслабиться, как бы максимально, вроде. Понимаешь, это упражнение. Это больше техника, связанная непосредственно, даже как физическое упражнение. Ты качаешь гирю, мышца растет. То же самое здесь. Приходя в это место, ты будешь больше напитываться тем, что происходит там. Какую ставишь ты себе цель? Опять-таки же, приходить просто туда транс ради транса, это немного мало, понимаешь? Это хорошее упражнение, и повысится у тебя твой трансовый опыт, но лучше приходить туда с каким-то запросом. Это может быть банальность, хорошее настроение, отдых, какие-то новые идеи, вдохновение. Черпать оттуда, да? Да, просто ты оттуда будешь получать то, что тебе не хватает здесь и сейчас. Или то, чего ты хочешь больше. И со временем ты заметишь, что ты туда будешь заходить. Только ты подумал об этом,
ты уже будешь там. И будешь не погружаться глубоко, а именно находиться на средней такой стадии. Потому что когда идут глотательные движения по каткову, это где-то 2-2-2-3. То есть это средняя стадия, в которой ты слышишь все, что происходит вокруг, и находишься внутри себя. Дальше, если ты уже пойдешь, тогда да, ты просто уснешь и либо откроешь глаза, либо уснешь и после того, как уже выспался, проснешься. И больше тренируй, едешь где-то, идешь на работе или неважно чем занимаешься, поставил себе какую-то цель, залез туда, 10-15 минут вышел. И ставь всегда себе временную рамку. И заметишь, что ну, это работает так, что ты сказал 15 минут. Посмотришь, в том часы пройдет ровно 15 минут. Не знаю как, но биологические часы с настенными совпадают. Пробуй, тренируй. Спасибо. На здоровье. Следующий.